Итак, вот сосновый пилищик собрали, посадили в баночку и кинули туда веточку. Вот, теперь вся веточка облеплена этими гусеницами, которые продолжают жрать остатки хвои на этой самой веточке. Вот. Причем надо сказать, что эту веточку сожрали достаточно быстро, часа за три. Хвои практически не осталось. Вот такой вот страшный зверь. Так что, если вдруг увидите, собирайте, обрабатывайте, уничтожайте. Сейчас я попробую пошевелить и показать, как они на это среагируют. Никак не хотят реагировать.